Те, що світ побачив в Бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщини, Сумщини, те, що бачимо зараз ми з вами на Харківщині, це докази геноциду проти українців, докази того, що Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду. І скажу товаришам по-русски, сьогоднішні ваші ракетні удари, русські ракети по Кривому Рогу, по дамбі Карачановського водохранилища, по об'єктам, які не мають взагалі ніякої воєнної цінності, фактично по сотням тисяч обычних мирних людей. Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, не люди никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю слабаками. Вы слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которые будут стыдиться их собственные внуки. События показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношения в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо. В очевидно проигрышной для России войне.